Году культуры посвящается. Современная библиотека – это уже давно не только книги, хотя по-прежнему вокруг них все вращается. Конечно, библиотекари прилагают все свои усилия, чтобы идти в ногу со временем. Не отрываясь от дивана, вы делаете запрос в нашу библиотеку, и, пожалуйста, вы можете получить ответ на свой поставленный вопрос. А мне было даже удивительно, что можно столько найти там. Вот это я... Классичной традиции и поруч тут новаторской. Конечно, еще очень важно, как ребенка встретят в библиотеке. Интернет – это поисковая система. Серьезные люди работают с книгой. Конечно, единственное условие – все-таки вы должны хотя бы раз прийти в нашу библиотеку. Благополучие библиотек – это вопрос национальной безопасности. Каждый приход в библиотеку к этим чудесным, очаровательным, интеллигентнейшим людям – это для меня буквально праздник. Придет время, я уверен, что в библиотеку не попадешь, как на концерт популярного эстрадного певца. Я уверена, что литературный потенциал Гомельщины будет представлен на очень высоком уровне, потому что нам есть чем гордиться. Ток-шоу «Пушкина 8». 11 и 18 июля в 18:30 на Беларусь 3.